Добрый день, уважаемые господа. Позиция «Грелка для рук». Выпускается она в такой вот коробке. В комплект входит липидозатор, чехол и сама грелка. Заправляется она бензином для зажигалок, желательно неотечественного производства. Полтора дозатора этой лейки достаточно для заправки. Заправляется она, сняв крышку, поджигать желательно турбовой зажигалкой. Грелка не выделяет продуктов горения, то есть после того, как вы ее заправили, подожгли, после 5-7 минут можно ее использовать по назначению. Можно ее положить в чехол, надеть на грудь, она будет греть, или просто засунуть варежку. От нее нет ни дыма, ни гари, ни запаха. Очень интересная модель, очень приятно ее использовать. Для подарка она очень красивая. Всем удачи!